Вот уже несколько десятилетий там выпускают мясные консервы для самых маленьких. В минуту с линии выходит до 300 баночек. Это около 25 тонн готового детского питания. По словам директора завода, все ингредиенты в составе только от кубанского производителя. Для нас важна, безусловно, экономика, но еще важнее здоровье детей. Вот продукция, которая, у вас же заморозки нет, вы на охлажденке работаете, ингредиенты все наши, даже не отечественные, а кубанские. Что мы ищем, перебираем на полках что-то? Не надо перебирать, надо посмотреть эту продукцию, которая сделана здесь у нас. В Тихорецком районе Вениамин Кондратьев также посетил машиностроительный завод и многофункциональный центр. После губернатор встретился с местными жителями. Подробности в наших следующих выпусках.